своє, працюємо, вроді робимо щось, не ту гулянку, яку справляємо. Тоді прийшли селяни, ой. Побували. Побула на родині на свою ще не за ніч. Ну что там, а там хорошего нема ничего. Что там будет хорошее? Все заросло. Дамы похоронили. А сердце затрепетало. Затрепетало сердце. Волнение большое, конечно. Ну нельзя забыть. Уже прошли столько годов и не можем забыть про свою родину. Это улица Аркадия Куляшова. Родился, да. Он тут дом был. Хата прям такая вот была вот так вот. Дом его был, и он сюда приезжал. Кожный має свой край криничный, свою малую родиму, место, где он народился и вырос. Тут треба шукати витоки той душевної усхваляваності, яка є завсюди сподорожнішає поезії. Для народного поета Білорусі Аркадія Куляшова гэта Могильовщина. Я за всю жизнь увидала его здесь. На такую работу, где он приехал, и мы все бегали, глядели. Интересно, поэт белорусский приехал. Симпатичный? Ничего, не был такие. Только вот низенький такие был, старичок. Наша липовки наша, машина. Ну вот тут, як только начинается первый день весны, Благовещення дожидають, сюда все приходять. Да, приходять все из местечка, оттуда, и все соседи, и все выпивают, и справляют Благовещення. Ох ты, белая береза, куда нахилилася? Ты невыгарной, что в тебе влюбилася. Ты не таки гарный, что в тебе влюбилася. Задранчик. Голос берется. Это от эмоций. Да, прямо волнение. Ой, такого еще не было никогда. Зато будет что вспомнить. Ой. Самоцевичи очень большие, красивые были. Зелень кругом была. Такая природа. Ну, все было красиво, все было хорошо. Не хотела, конечно, и оставлять. Ну что, горе постигло, и надо было нас убирать отсюда. Ну, что я думаю? Не ждали, не видано, говорится, а пришла такая беда. А что делать было? Я знаю, что мы погнали коров, выгнали утром и гоним. А наше поле далеко, туда, под Силичи, ну... Так, говорит, Чорнобиль, говорю, взорвався.
Ну, думаю, ай, но ж не чутно и не видно. Шиферные волны. Смотри, как пробивается. Вот ты что да и сделай этой природе. Ну, пока помнят люди о деревне, она ж, наверное, не умирает. Да-да, конечно. Кажется, сюда эта дорога к клубу. Здесь рядом, недалеко был клуб. Слушайте, джунгли вокруг, да? Ну вот место, где был сельский дом культуры Самотевичей, деревня Самотевичи. Ничего от него не осталось? Ну да, не, почему, холмик же остался. Вот именно в этом клубе и выступал с активом. Здесь беседовал генеральный секретарь ЦК КПСС Горбачев Михаил Сергеевич. Знаковое такое событие здесь. Люди с окрестностей со всех собрались посмотреть президента вживую. Желающих было очень много. Клуб сам по себе местный, это не палаты какие-то, а клуб. Поэтому я находился только здесь, на улице. Видел, да, президента рядом проходил, когда вышел с Волги и заходил в этот клуб, очень рядом проходил. Президента видел, но в клуб сам не попал, потому что не было возможности. Что вы чувствуете, стоя на этом месте? Ну что, ностальгию, как говорится, по тем временам, конечно, когда тут гомон, разговор был, когда тут были люди, жили, работали, когда здесь бурлила жизнь. А сейчас просто вот тишина, березы, шум листвы и все, и ничего больше. И оводы жужжат. И оводы жужжат, да. Березы мои нашего. Вот где моя хата, где я вырастила пятеро детей. Большую боль. Все сгорело. Ну, у вас же теперь есть новый дом. Ну, все равно. Тут и батюшкина моя, и моя хата была. Там магазин хозяйственный и книжный. А там он за церковью больница. О, нема ни крестов, ничего. Все. А внутри вообще все поразобрано, одни ямки.
Что, я думаю, церковь это будет стоять, наверное. Еще сколько отстояла, она будет стоять. Была бы жизнь, церковь бы, можно будем говорить так, реставрировалась бы, и шло бы служение, и работала бы. Ну, а так, сами видите, здесь только мы вот с вами находимся на данный момент. Больше никого нету. Радиация здесь сколько? От 15 до 40 кюри составляет фон. Это опасно для жизни человека? Это опасно для здоровья человека. Люди приезжают, в основном это праздник Радоница. Мы выдаем, пропускаем для уборки кладбища, ну и, естественно, для посещения кладбища. Дай Бог здоровья. Здоровье самое главное. Самое главное, спасителька церковь, нехай воши стоять, поколи мы пойдем, нехай стоять. А чтобы здоровы были все, чтобы не болели дети наши, внуки, чтобы нам боли это не видать. В свой бор, что от бур не полег, каб набраться в им силы для новых дорог. Пришла, покинувши мне зоки и туманы, полынный жар, смугой охутанных дорог. Каб я хвилиною нанесенные раны годами у сердца заглушить своим не мог. Пришла николю в жены, вернешься, повесься. Бывай смуглявая, как она я. Стою на ростанях былых, а спать не обидно.